В Тюмени полицейские ищут лихача, который на своем внедорожнике устроил гонки по тротуару. Он объехал стоящий на остановке автобус, затем вырулил на дорогу, проскочил перекресток и продолжил движение, как ни в чем не бывало. Неизвестно, чем это могло закончиться, если бы на пути оказались пешеходы. Сейчас лихача ищут полицейские. А в Анапе за подобную выходку уже оштрафовали любительницу езды по пешеходным зонам. Дама решила прокатиться прямо по набережной. Более того, она сняла это на камеру и выложила в соцсеть. На ролик обратили внимание не только подписчики, но и сотрудники правоохранительных органов.